I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon it dummy. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. 82 kilometers later. All the pictures, dimensions, I don't with your digits. I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Авушка, и мы продолжаем играть на сервере Смотра Антон номер 3. И как вы поняли по названию и по превью данного ролика, это конкурс на сервере Смотра именно третьем на 16-17 миллионов, где-то так. Я надеюсь, вам понравилось начало данного ролика, понравились автомобили, и мы начинаем. Итак, дорогие друзья, чтобы не медлить, мы начнем со списка, сколько у нас вообще призов, призовых мест, а именно у нас 13 призовых мест, 13, вы поняли, чертовое число, можно так сказать. Итак, давайте начнем. За 13 место вы получите вас 1111, вы, короче, окушку, вот такой вот розовый на штампах, вообще красивый. За второе место вы получите ГАЗ-3310 на хромовом цвете фиолетовом, с фиолетовым ксеноном на тюнинге, на дисках, короче, на дрифт моей приватной чиповки, кстати. Очень красивая Волга, мне она так заходит. Так, третье место — это ВАЗ-2115, пятнашка. Это та пятнашка, что я с Димоном тюнил на серии, у нас был тюнинг батл. Так как я на ней тогда покатался, сейчас не катаюсь, она мне вообще не нужна, и она тупо занимает мне место. А продавать ее, думаю, это тупо, так что давайте разыграем. И десятое место — это у нас 250 тысяч рублей. Девятое место — Volkswagen Golf 4. Когда-то мне подарил его подписчик, я немножко на нем покатался, немножко подрифтил, и сейчас он тупо лежит, хранится в инвентаре, и все. Так что давайте мы его тоже разыграем. Восьмое место занимает Nissan Laurel, которая была очень много кинута бабла. Это, во-первых, на цвет, во-вторых, на градиент, там жопа черная, на наклейке. Он очень дорогой стал. И с тюнингом, конечно, он тоже имеется. Седьмое место — это 500 тысяч рублей. Шестое место — это Mercedes-Benz W124, волчок. Это именно волчок, потому что на сервере добавили старый Мерс, ну вернее тот самый, только на него тюнинг добавили, обычного Мерса и волчка Е500.
У нас сейчас E500, это как будто такой мини-стенс проект. У него хромовый синий цвет и BBS, если не ошибаюсь. Пятое место у нас занимает Lexus GS300. У нас просто белый Lexus на красивых каточках на дрифт-чипе. Просто конфетка. Четвертое место у нас занимает 1 миллион рублей. Третье место у нас занимает BMW E34. Да, хотел сказать E34, потому что в предыдущих двух конкурсах так и разыгрывал E34, но нет, BMW E39. Это белая E39, на нее тоже добавили тюнинг, и я тоже решил ее разыграть. Это моя мечта, диски не ставил, так как сток сюда нормально лепится, а другие попросту ставить нету смысла. Теперь второе место занимает Volkswagen Golf 7R. Еще один Golf, только уже в другом поколении. И с двумя полосками на фулл тюнинге, на дисках. И первое место занимает тоже BMW E60, тоже пятерка, только в другом поколении. В тюнинге, в всем, в цвете, т.д. и т.п. Почему именно данные автомобили? Потому что все автомобили имеют внешний тюнинг. Это раз. Во-вторых, сейчас давайте даже посчитаем. ВАЗ-1, ГАЗ-2, пятнашка. Не, пятнашка оставим. ГАЗ-2, Nissan Ural-3, Lexus 4, 124-5, E39-6. 6 автомобилей с данных. С данного списка можно было затюнить в данном обновлении, и то половину из них добавили новых. А для того, чтобы принять участие, вам надо: первое, подписаться на мой канал; второе, поставить лайк данному видеоролику; третье, оставить комментарий с вашим ID ВКонтакте, чтобы в случае победы я смог вам отписать, и вы смогли забрать приз; четвертое, добавить меня в друзья ВКонтакте; пятое, быть на стриме с итогами. Но быть на стриме с итогами — это жестко сказано, но ВКонтакте точно. Кто был на моих стримах в предыдущих, я все призы даю на стриме. А как я это делаю? Тот, кто выиграл, я ему пишу и в течение, и даю там ему 10 минут. Если он в течение 10 минут не отвечает, то мы переразыгрываем приз. Так что желательно быть ВКонтакте или просто установите уведомление, чтобы оно приходило. Также, когда вы добавите меня в друзья, я вас добавлю в свою беседу подписчиков ВК. Там мы сможем с вами вместе пообщаться. Итоги будут 11 июля. Почему 11 июля? Потому что 12 июля у меня день рождения. И этот конкурс, можно так сказать, немножечко приурочен и днем рождения моему, и обновление 1.6. Чтобы принять участие, вы максимум затратите аж минуту. И есть шанс выиграть столько много призов. А на этом все, пацаны. Ставьте лайкос, нажимайте на красную кнопку подписаться, потому что программа, через какую мы будем делать результаты, тупо не посчитает вас участниками из-за того, что вы не подписались. Пишите в комментарии, какую тачку бы вы хотели, пожелания там любые, и обязательно свою ссылочку в ВК. Ну, с вами Вышка. До скорых встреч!